Не по нашей воле наш класс, так сказать, распался. Точнее, остаются только девочки. Мальчики, идите куда хотите. Такое сообщение опубликовал в соцсетях отец одного из учеников 13-й гимназии. Теперь он не может найти для сына новую школу. Ближайшие школы все обошли, нигде нет мест. Управление образования ходили, сказали ждать. А чего ждать, непонятно. Ребенка не можем пристроить ни в одну ближайшую школу. Везде один ответ. Классы переполнены, везде по 30 человек. Как стало известно, гимназия номер 13 – учреждение с гендерными классами. В начальной школе присутствие мальчиков возможно, но вот с 5-го остаются одни девочки. Об этом родители знали, и проблема надумана, считают представители гимназии. По сути, у нас в этом классе осталось там около 5, по-моему, мальчиков. Вот. Нам такой класс открыть никто не позволит. То есть поэтому мы вынуждены этот класс расформировать. При этом, конечно же, никто никого там на улице не выкидывает. То есть их документы лежат у нас до тех пор, пока они не устроятся в другие школы. Договоренность с соседними образовательными учреждениями есть. Детей из гимназии, говорит Равиль Зайнулин, охотно туда принимают. Поэтому говорить о том, что ребенок остался на улице, нельзя. Тем более, по последним данным, места имеются в школе номер 7. Если кто-то к нам обратиться, не сможет найти место и обратиться к нам, мы, конечно, поможем найти, скажем, где, в какой конкретной школе есть места, и поможем, в общем-то, туда перейти. Ну, нам от там, каких-то родителей вот таких просьб не поступало. Ребенок в любом случае к началу нового учебного года будет устроен в одно из образовательных учреждений города. Вера Муратова, Булат Абдульманов, Новости НТР.